Здравствуйте. Как ваши дела? Ничего, бабуш. Будем проходить английский алфавит. Давай разберемся. С буквой. С буквой A. A это первая буква алфавита. Сколько букв в английском алфавите? Меньше, чем в русском. Ну сколько? 31. Ну. Я не угадал. Меньше. Много. Сколько? 27? Нет, меньше. 22? Больше. 25? Больше. 27? Было уже. 26? Да. Ура! Какая последняя буква? Алфавита. Буква Я. Нет, английского. Зя. Зя. З. Не З. Как это называется? Зет. Да, Зет. Зет. Мы с вами узнали, ребята, сколько букв в английском алфавите. Поставьте лайк.